Следующие 30 минут будем играть за Дзиньяту. Герои... Очень маленькое количество хп. Очень маленькое количество хп. Первая тема — это хилку кидает, которая держится на одной цели постоянно. Давайте лучше F1. Ульта — это всех лечит, становится неуязвимым. Сфера диссонанс накидывается на вражескую цель и значительно увеличивает урон, который эта цель получает. Гармония, собственно, это сфера, которая исцеляет союзника. И основная атака — одиночные заряды. И можно зарядить 5 зарядов, до 5 зарядов, и выстрелить вот так вот в одну цель. На мой взгляд, Дзиньята должен работать с кем-то, вот прям четко с кем-то в паре. Желательно, чтобы этот товарищ был, который способен один в один убивать другую одиночную цель. То есть это скорее пара для каких-то диверсионных вылазок, для того, чтобы убивать тех, кто зареслался и бежит, например, там в атаку. Я привяжусь к Фархиму, который играет за солдата 67, и попробую, ну, попробую просто за ним последовать. Значит, Е кидаем на цель, на вражескую. Как только видим цель, сразу кидаем Е. Сверху трейсер. Ай, надо было хилку кинуть на этого. А, уже кинута хилка. Трейсер, конечно, дикая. Видимо, когда противника нет, нужно постоянно заряжаться. И это позволит... Ох, трейсер, трейсер молодец. Она появляется всегда в непонятных местах. Очень хорошо работает, очень. Особенно вот это вот, довольно шустро реагирует. Надо обязательно сегодня за трейсера поиграть. Опять Е не кидаешь. Кидал же Е, вы что? Как только появляется Е, кидаю Е. Кинул. Кинул и то, и другое. Набираю снаряды. Хорошо разрядился сейчас. Этого нужно хильнуть. Пара Ешечка, и добили. Выстрелы летят у него, как видите, не очень быстро, но в принципе... Опа-опа-опа-па. Это откуда вообще? Да блин, опять ты! С тыла трейсер с этим, с турбосвином. Да, но жизни, конечно, у Дзиньяты очень мало. То есть, в принципе, героев в игре, у которых 150 хп, но только трейсер, насколько я понимаю, Дзиньята. Возможно, кто-то еще, но я что-то не припомню, что есть кто-то еще. Так, Ешечку надо просто спамить. Просто спамить, даже если ты цель не видишь, не факт, что ты в следующие полсекунды ее не увидишь. А, причем ты Ешку можешь кидать в тот момент еще, когда летят твои выстрелы. Вот в чем еще прелесть. То есть ты можешь накопить выстрелы и во время того, как они летят, еще успеть кинуть Ешку. Не знаю, успеет ли она долететь, но кастануть ты точно успеешь. Never die. Довольно шустренько. Блин, да, трейсер задолбала. Блин, я не знаю, где кто. Она опять нас... Так, телепортировалась. Как она живет? Под дебафом. В нее никто попасть не может. Красавчик, красавчик, нет. Надо было ульту прожимать. Надо было прожимать ульту. О, какое там мясо было. Ну все за трейсер гонялись. В результате получилась такая тема. Так, значит, после старта первое, что делаем... Так, ульт полетел, вроде как. Кидаем хил, заряжаемся постоянно. Успел я кинуть снайпера, но снайпер убивает с одного выстрела. Причем всегда убивает с одного выстрела. Так же, как трейсер, снайпер убивает с одного выстрела, так и Дзиньяту. У тех людей, у которых 200 хп, вот выстрел, даже накопленный на соточку, не всегда снимает все 200 хп. А вот опять ты, да? Ой. Да потому что там трейсер. Вот она. Ладно, ультую.
Да я бы сдох просто, если. Да она... Она вообще бесит. Там крысавчик. О, трейсер ульту свою про это самое профукало. Что-то не зайти туда наверх. Резурект на одного. Очень странный поворот. Да, зря я тут стою. Во-первых, там турель, во-вторых, там снайпер стоит. И я был обречен просто. Просто обречен. Черная сферка подсвечивает врага сквозь стены. О, это очень круто. Это прям очень круто. Кидаю хилку в первого попавшегося. Заряжаюсь. Да, вот. Ну, там турель все еще стоит, капец. Как мне пройти туда? Поверху. Не уверен, что заберусь. А, турели уже нет. Крысавчик, я наверх, я наверх. Так, фархи махиляем. А это что было? А это крысавчик закинул, кажется. Или это рокет, 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 точно рокет. Прилетел. Хорошо. Так, у нас 3 минуты, 3,5 минуты для того, чтобы до точки дойти. Бом-бом-бом-бом-бом. Ага, понятно. Чуть не убил. И поздно Е кинул. Можно было первый выстрел с... Да я поздно, в принципе, среагировал. То есть можно было... Можно было начать стрелять раньше. 81% до ультимейта. Можно попытаться... Да, да. Можно попытаться в этот трай... Крысавчик. Да ё-моё. Я ультую. Ну я бы сдох. Она рядом. Нет, сфера летит долго. Ё-моё. И откатилась. Молодец. Смотрите. Стреляет. Убивает. И назад. Так. Жип. Нет ощущения дежавю. Музыкальный саппорт тащит для Тимеон золото. Да, он мне действительно больше нравится, чем Дзиньята. Ну, по крайней мере, я его лучше понимаю. То есть он, наверное, проще. Ультанул в меня. Блин, трейсер просто контра ко мне. Мало хп. Медленный. И всегда сзади. Еще раз убеждаюсь в том, что Дзиньяте нужен друг. То есть нужен человек, который рядом с ним находится. Опять трейсер, я слышу ее шаги. Это уже паранойя, мой юный друг. Так, появился танк в тиме. Ой, тут надо щиты было поставить. Откатился. Так, сейчас ульта будет от крысавчика. Вроде от нее избавились. Там жнец впереди у нас. Надо его поддержать. Так, здесь бастион. И ульта трейсер. Воскрешение отличное от... Может ультануть мне поближе? Ультуем. Тут слишком много народу. Было. Трейсер сверху. Где там? Трейсер слева. Я ничего не понимаю, пацаны.
Я слышу трейсера постоянно, но... Снайпер наверху. Вон она. Ёшки-матрёшки. Наверное, мне не стоит отставать от пацанов. И откат. Нет, просто блинк. Поехали. А где? Вообще урона очень много заходит, если ты попадаешь. Я знал, что он там будет. Ох ты, снайпер, как работает. Минута осталась до чекпоинта. Это очень плохо. Нам еще крайне долго идти. Крайне долго. Мне надо постараться подольше пожить. Постараться за эти 50 секунд накопить на ульту. Ой, там ульта от солдата, но минус. Тридцать секунд. Ну, тут некому танковать. Опа, 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 пам. Жесть. Ульты нет. Надо подходить ближе. Готов ультовать. Хорошо, идем! Хорошо, ультуй! Давай, дави, дави! Нет, нет. Ой, ульты, ультимейт опять этой. Капец, почти доехали. Нет. О. Ну, это было неплохо. В конце вот прям я поверил, что сейчас еще под ультой... Под ультой ворвемся и справимся. Бах, бах, бах. Хорош. Вот это он молодец. Процента матча в огне. Давай за музыкальный маньяк играть. Да нет, мы в ближайшие 20 минут будем играть за Дзиньяту. Такая схема. То есть герой сейчас у нас не меняется. Мы играем там 3-4 матча, сколько получится, как получится уложиться за эти полчаса за него. Как-то так. Сколько стоит игра? Ну, пока непонятно, будет ли она фри-то-плейной или будет она с фикс стоимостью. Насколько я понимаю... Ну, короче, я не знаю. Бета-тест бесплатный, если в этом. Привет, не мог бы ты поподробнее рассказать о том, что делает персонаж и его ульта? Естественно, персонаж, во-первых, начнем с ульты, самое простое. Делает тебя неуязвимым где-то секунды на 3, на 4, и всех союзников вокруг интенсивно начинает лечить. Почему я и поверил в конце в успех операции, потому что мы были буквально там в 20 метров от контрольной точки, люди умирали, и я ультую. Просто замечательно все. Одна способность у нее накидывается на дружелюбную цель и дает ему постоянный реген к ХП. Ну, собственно, сфера гармонии называется. Запускает сферу, исцеляющую в союзника. А сфера диссонанса — это дебаф на противника. Если висит, то, во-первых, подсвечивается, как правильно сообщили в чатике, подсказали. А еще в цель заходит значительно больше урона. Значительно, насколько, непонятно. Конкретных цифр, к сожалению, у меня нет. Ну и, конечно же, его стандартная атака. Левой кнопкой одиночные выстрелы, правой кнопкой можно заряжать. Насколько я понял, заряжать нужно постоянно. Как только ты в свободном состоянии находишься, ты заряжаешься. Ну, лишь бы патроны позволяли. Вот, поэтому выбираешь цель. Френдли. Ой,
Хорошо. Ой, все, ой, все, ой, все. А, у него большая часть хп это щит. То есть, если ты живешь, тебе в принципе хил не нужен, получается. Я понял тебя. Красавчик. Если ты пережил какую-то тему, то, скорее всего, у тебя 2/3 хп восстановится. Ну, потому что 100 щита. Вот. То есть принципиальный вопрос, живешь ты или нет. Вот и все. Долго держать альтернативочку не получается. Ох ты ж, ежик. Хорош. Вот это он ультанул. И за турелью, что она не может ничего сделать. И до меня достал. Неплохо. Да что ж такое, вешайся, ну. О, нашли игру. Это просто разогрев был, поэтому несерьезно. Будем обороняться на Вольском. Там, здесь же, где и Симметра играли сегодня. Попробуем. На оборону он хорош. Почему нет? То есть всегда у тебя перед глазами будет человек, которого ты должен бафать. Всегда есть в кого пострелять, потому что люди будут ломиться самостоятельно. Ну, хил это понятно, но до ульты надо еще дожить. Опасно... Опять стычка. Стоп, 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 стоп. Что-то не то. Не нашли игру. Надо приноровиться к его методике стрельбы. Потому что у него, с одной стороны, выстрелы сильные, но редкие. И еще летят в процессе. То есть нужно... Летят достаточно быстро. Но не так, как, например, у Макри, да? Когда стреляет и тут же попадает. Тут путь идет. Так, красавчик. Хорошо. А прикольный герой. Дохлый, конечно. Но интересный. Полезный для тьмы. Он же еще танки дико должен дебафать. Он, в принципе, всех дебафает хорошо, но танки... Они призваны для того, чтобы урон какой-то... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Урон постоянно принимать. Ой. Никого. Сейчас красавчиком. Неплохо. А вот это плохо, да. Ну это Макри, ничего. Там у него один выстрел, у меня половина хп слетает. Вот, да, даже больше. То есть он соточку отнимает выстрелом обычным в туловище. Это путь к совершенству. Ну, в принципе, да, он и фару снимает с двух, максимум с трех выстрелов, так и есть. Кидай хил по КД, в этом основа скилла героя, ты всей тьме можешь реген кинуть на продолжительное время. Так цель только одна, насколько я понимаю. Сейчас проверим. Мне казалось, что висеть баф может только на одном союзнике. Ну, посмотрим. Если действительно он бафает всех. Ну, сейчас раскидаем тогда. У нас будет много времени. Максрон, и тебе тоже привет, спасибо. А, мы в атаке. У нас в команде Фархим, который... Нет, он думал фару взять, но передумал. Взял солдата. И мы в атаке, что? С двумя снайперами в атаке? Что-то кажется, тьма обречена. Но тут, ну, пара танков точно нужны. Как мы проходить-то через первый будем? Снайперами, что ли?
Бубльгум сейчас призадумался, поменял снайпера, взял танка. Бубльгум, ты русский? Ты слушаешь стрим? Мне будет просто проще, если... Так, ну накидываем, значит, левый щит, раз, на нем метка. Вот, у него КД нет, то есть мы можем, конечно, на этого накинуть. Видишь, она может быть только на одной цели. Там товарищ в чатике совет давал, Эмеральд, который... Но не знал, как заклинание. Я поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Вот ты сравни вейшкол во здоровье у героев, но не количество брони. Она у всех одинаковая или она никак не влияет на игру? Здесь, в принципе, нет понятия брони, насколько мне известно. То есть, есть, конечно, щиты, какие-то дополнительные темы, но они в той же самой метрике. Ну, то есть, там то же самое количество... В защите какой-то есть. То есть, грубо говоря, у танков там 400, 500, 600 хитов. У там товарищей не танкового происхождения от 150 до 250 приблизительно как-то так. Вот. У кого-то есть щит, у кого-то хилка. Ой, что я делаю? Ой, как... А у него-то урон-то хороший. Да, только по мне вообще проходит шикарно. И я вижу, подсвечивается как противник, Макри в частности. И я могу, соответственно, на него выйти, зная, что он там. Так, хилку кидаю на... Турелька, хорошо, сняли. Я не должен ходить один, на самом деле. Патроны закончились. Так, ульта есть, если что. А мы неплохо зашли. У нас танк появился. Кидаю в зарю. Дебаф. Так, все, захватили. Сверху турелька появилась. Турельку, кстати, метку не поставить. Добро. Ой, кажется, сзади был кто-то. Ладно, это пофиг, двигаемся дальше. Есть ультимейт, закидываю дебаф. Не знаю, в кого. Кого достал, в того и закинул. Ой, там ультимейт был. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ультую! Хорошо, можно ультовать после того, как ультанула заря. Вот это новость. Правда, я не спас все равно человека, но я ультанул. Так, это... Ханзош стреляет. Паразит. Надо было на Фархима закинуть. Так, как же пройти там? Так, на нем и так дебаф. На нем и так баф лежит. Нет, 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 нет! Это же заря, я ж не справлюсь. Она ж плотная, трындец. Чего ж я полез вперед? Надо было держать дистанцию, как только увидел, что на тебя сагрились. Да, вот это попа, конечно. Так о чем я? Да. Идем вперед. Ультанул там, да, на себя только ультанул. Трейсер как... Трейсер чуть не убил. Да, только тот солдат... Мак... Убили, молодцы. Короче, я поверил в то, что с руки он наносит нормальный урон и начал попадать. Как только веришь в то, что это не бесперспективно. Хотя, блин, долбишь, долбишь, это зарё, и пофиг. Норм. Еще желательно, конечно, стрелять по точкам, которые на месте стоят. Таким образом, ты повышаешь вероятность того, что вся серия выстрелов попадет в цель. Так, ну давай я ультую тогда.
Надо валить уже. Надо сначала кидать Е, а потом заряжаться. Но с другой стороны, это сложновато бывает иногда. Слева подходит гном, будет строить вышку свою турельку. Ой-ой-ой-ой-ой, так! Ханзо справа ультанул. Ну, времени у нас масса еще. 5 минут 45 секунд. Это времени вагон. Поэтому работаем. Хорошо. Оп, парам-парам-пам. Я не вижу никого. Ну, захватили все равно. Окей, понятно. Понятно, понятно, понятно. Две обезьянки, два, три снайпера и один монах. Да ежешь! Я лучший! Что-то опять в анклаву начал играть. Вау! Мы... Чух! Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау-пам! Ультанул! Очень красиво! И умер, да, товарищ Макри! 40% времени в огне! Вот это да! Интересно, а ты хилишь быстрее, чем ульт лучника дамаг вносит? Хорошего, кстати, вопрос. Хороший вопрос. Как же раздражает пропадание звука, когда он заряжает сферы? А я не заметил как-то. 16 на 2, ничего себе. Нет, ну, герой, конечно, требует внимания. Герой очень дохлый. Герой решает в себе... Ну, как бы двухзадачный. Если мы отбросим его там одну атаку, вторую атаку, даже ульту можно отбросить, хотя она может переломить исход битвы. То первая задача — это стабильный хил ключевого персонажа в вашей тиме. Второе — это дебаф, ну, то есть серьезное ослабление защиты одного персонажа у врага. То есть если есть четко выверенный танк и с вашей со стороны, и со стороны врага, вот Дзиньята должен хорошо зайти. То есть он будет полностью раскрываться в таком случае. Если просто у врага нет выраженного танка, то не всегда будет цель впереди. Ну, хотя такое вряд ли бывает. Маловероятно такое. Всегда есть кто-то, на кого можно накинуть Ешку. Да, наверное, не столь принципиально. Сейчас мы поменялись ролями. На той же самой карте играем. Кто у нас вообще есть? О, хороший саппорт. Два снайпера. Ну, Фархема, наверное, нужно сразу вешать на него сферу и забывать. Потому что снайперы отпадают сразу же, потому что они находятся далеко, и как бы это их задача — не умирать при помощи ловушек и прочего. Что касается турели, там сама турель, на нее ты кидать не можешь защиту, а кидать смысл на гнома, ну какой смысл? Вот, если бы можно было, конечно, на турельку кинуть, было бы совсем хорошо, но нет. Вот, поэтому я буду вот отсюда, наверное, так же как... Да, навешивать Ешку, заряжаюсь. Нифига себе. Сразу что-то влетело. Как-то больно, 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 больно. Они на объекте уже. Там снайперы вообще должны работать. А, вообще трейсер он хорошо контрит. Фара наверху. Трейсер же хорошо контрит. Просто потому, что если ты кидаешь Ешку на трейсер, все, она откатится куда-нибудь. Блин. Блин, а он сам дамажит-то нехило. Он реально дамажит нехило. С руки просто вот... Я что-то удивлен. Так, а кто у нас там сзади там? Так, убили нашего. Здесь сейчас двое будут выходить. Минус один. Вот это была, кстати,
Была, кстати... ну, вы поняли. Кто это была? Трейсер. Что-то я потерялся уже, где кто. Боюсь. Так, давай я тебя подлечу. Да, щит и фара еще сверху. Блин, мне нужен хил. Ультую. О! Отлично. Вот, видите, она даже оббежать просто не может. То есть, просто если на нее, на ней Ешка стоит, то... То вы просто ее видите, где бы она ни была. Нет, нет, нет. Я один, кажется, остался здесь. Да, убила. 8 серий из 8 убийств. Ничего себе. Ничего себе персонаж на 150 хп. Да, Дзиньята очень хорош. Ребята, очень хорош. И еще мудрый, как вы видите. Дрогнем сейчас, и победят враги. Да-да-да, ставишь метку и следишь за тем, когда он выходит. Копишь до 5 выстрелов, ты можешь причем разрядиться раньше положенного срока. И все, и как только он выходит, он сразу получает. Сразу получает. Так, мне нужно к объекту, желательно... Давай, хотя бы так. Блин, ну и держи. Там фара стреляет. Капец. Слишком много внимания в жнецу. Да, мы не увидели вообще, мы за преследованием этого товарища. Кажется, наши отбили точку. Чем-то меньше хп, пишет Яндекс, тем точнее стреляешь от страха. Так и есть, конечно. Только поставив человека в нечеловеческие условия, ты понимаешь, на что он способен. Ты понимаешь, что он человек. Так, пошла ульта. Ну, я пытаюсь там кого-то как-то где-то почему-то, но... Блин. И снизу по мне стреляет. Ну, ёшки-матрёшки, ну как так-то, ну? И ультимейт еще от этого диджея, блин. Я метку ставлю. Одна минута. Ну, это первый объект. О, ульта пошла. Давай! Вот, мы видим, куда он идет. Сейчас, может, выходить будет. Не, он за аптечкой, видимо, ходил. Будет выходить справа. О, вообще, сейчас, если бы получилось еще, было бы хорошо. Ой, тихо. Смотрите, стоит, ждет. Оп, выходит. Найс. Все еще жив там. Выходит. Так, закидываю фархом увеличение. Ешечку ставлю. Победа. Даже первую точку не взяли. Ох, ничего так. Ну, я неплохо тоже настрелял в самом начале. Удивительно неплохо. Но это фара. Снайпера первого нашего снимает. Гнома убивает. Ну да, и все. Лучшая серия убийств. 13. Фархим нанес много урона. Исцелено хорошо. Ну. Ладно, давайте Фархима. Плюсанем разок. На твой взгляд, быть проще в команде нападения или защиты? На мой взгляд, защиты всегда. 18 на 2. Вот эта статистика тоже хорошая такая, положительная.
За защиту проще играть просто потому, что ты занимаешь, ты, у тебя есть, по крайней мере, возможность занять статичную позицию и первый ход за противником. То есть ты можешь поймать его на, ну, на том, что он выходит куда-то. Вы прибываете до рады. Вот, например, на Дорадо сейчас, если играет за атаку, то это мучение. Но у нас оборона будет, отлично. Мне понравился Дзиньята. Я вот только-только начал понимать, какая у него, ну, какая у него фишка, какая у него последовательность. И это прикольно. Пару матчей еще дайте, пожалуйста, мне сыграть. Чутарик, Сенсу, убавь, тогда точнее дальние будут. В смысле, у меня так здесь нет акселерации, насколько я понимаю, поэтому мне сложно тогда будет поворачиваться на 180 градусов. У меня уже не стандартная Сенса, не 30-ка по умолчанию, а ближе к 20. Как раз для того, чтобы была возможность точнее стрелять. Насколько я знаю, 17 вообще, 17. А полный разворот у меня не получается. Ну, вот если совсем резко, то получается. То есть сенса более-менее комфортная. По вертикальной оси я могу, достают пальцы. А вот по горизонтали я уже на 360 градусов не повернусь. Ну, в смысле, полный круг не сделаю. Так, у нас есть турбосвин, который будет постоянно заряжен. 30 секунд. Скоро будет атака. Что у нас по команде-то вообще? Фархим красавчиком играет. Тут он великолепно вообще, этот герой, себя показывает. Я бы тоже с удовольствием сыграл за него. Ну, понятно. Макри. Вылетел из головы, как зовут нашего. Так, где бы встать-то лучше? Так, у них вроде откровенные танки есть, Заря. Ой. Так, лечу Фархема, у него там проблемы. Он хилочку, кажется, взял. Возвращается. Ну как так-то, я же жал! Блин, нет! Черт, повесил метку, вижу, где он, знаю, что он сейчас выйдет. И чуть раньше, чем нужно, спустил пусковой курок, блин. Ё-моё, подвели меня нервы, подвели. Поторопился. Ну ничего, по крайней мере, трейсер можно таким образом гонять. Ой, там ульта на ней. Нет, ульта! Ульта трейсер. Продвинулись достаточно быстро. Достаточно быстро противники продвинулись до контрольной точки, до первой. У них в запасе 6,5 минут. Нужно мне понять, кто у нас танк, кто нуждается в первую очередь в лечении. Нужно понять, какую дистанцию держать и как мне и кого дебафать. Кроме трейсера, если она вырывается вперед. Также увижу, что есть снайпер наверху у них. Да как так? Откуда? Снайпер меня, да, снял. Пользователь Сказжот активировал премиум на ваш канал. Сказжот активировал прем. Тестируем еще фичу озвучивания. Саппортом. И подписок. Солдат 76 прибыл. Ну, пока кину сверху сюда. Так, это наш ульта. Убили. Кидаю сверху. Сверка на заре, насколько я понимаю. Ой, фара меня ультует. Да. Фара она такая. Она может вот на этой карте, ну мы играли сегодня уже, открытые такие пространства, и она может оказаться в любой момент над вами. В принципе, надо было мне просто ульту на нее, на ее ульту прожать. Таким образом, я бы спас и свою жизнь, и жизнь своих тиммейтов. Но у страха глаза велики, я... Так, убили раньше, чем...
Так, контрольная точка уже. Фара. Так, убил фару, но взорвался от ультимейта трейсер. Они уже у нас на базе. 7 минут у них есть, 7 минут. Капец, мы тут не выстоим. Ну хотя, можно еще попробовать. Слушайте, а я же могу контрить и тоже, если... Я ж, если вижу, что ульта на мне, почему бы мне тоже ульту не прожать? Это же тоже хорошая тема. То есть я должен пережить просто тогда этот взрыв массовый и возможность спасти еще людей, которые... О, эти выстрелы такие слабенькие на самом деле. Так, фара. Блин, хоть лечись. Есть у нас кто? Блин. Огонь по готовности. Ультую. Да снизойдут на вас мир и гармония. Он очень многие ультимейты контрит, получается. То есть любые ауешные ульты он контрит. Вот в чем еще его фишка. Так, красавчик нас закидывает. То есть стягивает вас заря. Прикрепила к вам бомбу. Трейсер. Фара начала ультовать. Или вот, например... Ой. Там ульта пошла от этого. Слушайте, мы держимся пока. Мы держимся. Они, правда, тут что-то сзади проходят. Может, с тыла выйдут. Заря, заря. Блин, ну чё ж я такой косой-то, ну? Просто, просто мажу. Опа, 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 опа. У кого там ульта? Пара слева. Красавчик чей? Попытался вылечить, но не хватило. Он напевает из... Ну погоди, красавчик. Мелодию. Пытаюсь я врага какого-нибудь найти. Что-то... Вот, на кого-то помесил. Заря опять. Блин, а он мощный. Он реально мощный. У него с руки урон очень хороший. Вообще, еще один. Так, скоро ультимейт будет. Ну как скоро? 30% еще. Так, повесил меточку на трейсер. Она возвращается вроде как, да? Не, она там стоит, тупит. А вот, возвращается. Так, фархем и лечим. Ой, сейчас пойдет ультимейт дракона. Вижу трейсер. Ее вроде мочканули. Надо вешать метку еще на одного. 3-2-2, времени осталось. На заре метка. Так, ульта почти готова. Фара заре. Блин. А, фара, фара молодец. Ну да, это типичная ситуация, когда происходит залет. И сейчас они должны продвигаться потихонечку. Так, значит, я должен. Надо было ульту юзать, опять же. Так, кому хил-то? Фархом делаем хил. Блин, опять пожадничал на ульту. Ну, хотя не факт, что ради меня одного стоило ее тратить. Хотя обычно в такой ситуации умирает двое. Но она не успела убить Фархема. 2.20. Так, это уже фара нашей. Ладно, ультую. Ультанул. Капец, просто здесь три человека. Капец.
Да, сейчас они доведут, они уже довели. Да, 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 да. Но герой классный, конечно. Герой очень классный. Надо будет... Лучший игрок матча. Надо будет его... А, ну вот он момент. Ливень возмездия. Который я мог спасти, я мог предотвратить все это дело, если прожал ульту. Капец, она еще двоих убила после этого. Ёшки-матрешки. Косяк. Не жалейте ульту, не жалейте. То есть, этот персонаж, он реально может законтрить очень многие вражеские мувы. Очень многие. Неожиданные. Учитывая то, что вы всегда слышите, когда идет ультимейт, вы можете за там полсекунды принять быстрое решение. Это, во-первых, ваш ультимейт, ну, с вашей стороны или нет. И насколько он опасен. А если... Хоть какая-то неопределенность присутствует, лучше свою прожимать. Ты был уже хоть раз лучшим игроком матча? Да, сегодня... Ну, на стриме пару раз вроде было уже. Приготовьтесь атаковать. Та же самая карта, только со стороны атаки. Я уже практически не сомневаюсь, что, да, что Дзиньята может хорошо работать как в атаке, так и в защите. То есть ему особо не принципиально. То есть он. Ему не нужно там раскладываться. У него выстрелы не обладают каким-то там, типа, замедленным, как у Красавчика или у Рокетмена. Ну, что можно загодя закидывать в проходы. Мин у него никаких нет. То есть он просто герой, который подойдет. Подойдет в любой тиме, будет полезен в любой тиме. И против любой тимы тоже может помочь. Потому что все равно, как бы, нужно атаковать так или иначе одну, ну, ту или иную цель. Плюс у него достаточно полезный ультимейт. Правда, копится, к сожалению, долго, потому что он не может себе позволить копить ульту за счет своего здоровья. То есть он не танк, он не может поглощать урон и тем самым. Он может только дамажить. То есть вот сколько строки накидаешь, столько у тебя и будет ульты. Так, танк у нас ярко выраженный. Фархем за него играет. Кидаю хилку, забываю про него. Ой, я вижу там турель, да? Ё-моё, вот это я... Надо было Ешку закинуть. Я был уверен, кстати, что Ешку я закинул. Пара сверху. Пара сверху. Ой, как я случайно вернулся. Вообще хорош. Ой, нет. Какая боль. Попробую немножко обойти. Вон, видите, подсвечивает. Готово. Хорошо, обошел. Мне кажется, или справа идет кто-то. Только не чардж, только не чардж. Нет. О-о-о, хорошо. Ну там сзади помогли очень сильно. Есть хилка уже. Но я не вижу, где кто. А, турельку вижу. И снайпер еще стреляет. Блин, как бы это обойти все дело. Я пошел. Фархима надо хильнуть. Я не вижу, где. Где кто. Вижу турельку. Тоже обходим. Блин, турелька там так стоит хорошо.
Блин. Даже полсекунды, и у тебя уже ХП нет. Ну, это герой такой, да. Идет, что ли? Да, идет. Зря я на него сразу Ешку не кинул. Надо выработать привычку сначала кидать Е, потом начинать стрелять, потому что это дает, ну, дает тебе вижен. Чуть-чуть еще не дождался до хилки. Она там была рядом. Ульту на врыв. Да там непонятно было, врываются или нет. То есть далеко стояла турелька. Неясно было, кто туда полезет. Так, вижу танк под ультой. Не знаю, зачем я начинаю в него стрелять. Как бы провоцирую только что. Ой-ой-ой. Да-да. Фара, если увидит меня на земле, то ей нужно две ракеты только. Ох, ультимейт какой! Зашел! А я-то вообще при чем? У меня неуязвимость в этом месте, но как бы все равно страшно, да? Так, давайте, давайте, давайте. Где там кто? Где снайпер-то работает? Вон снайпер наверху. Да ё-моё, ни разу не попал. Ни разу не попал. Как так получилось-то? Раз, два, три, четыре, пять. Вообще против снайпера надо заряжаться, на секунду выглядывать из-за укрытия и после этого выпускать серию и опять скрываться, а не стоять и... А против этого нужно набирать заряд, а потом выпускать, пока, ну, пока он юзает вот эту вот штуку. Ух ты! Не-не-не-не-не. Хорошо там сзади. Кто это? Кто это так зарядил? Это непонятно. Так, снайпер сзади. Так, я пойду попробую обойти его. Ибо фигня выходит. Ну как я обойду-то? К ней поди еще заберись. Ой, нет, о, нет. Ой, все. Бастион и этот. Не, мне нельзя отходить далеко от команды. Я особо ничего сделать сам не могу. То есть я должен находиться... Баф же все-таки на цель, на одну. И весь входящий урон не только от меня, но и от тиммейтов бонусно идет. Поэтому я должен... Ну и плюс, скорее всего, надо периодически перекидывать хилку с одной цели на другую. Ну, кого дамажит, того и, в общем-то, хиляем. Поэтому все вот эти вот вылазки диверсионные, надо про них забыть, как страшный сон. И работать исключительно на... Да ёшки-матрёшки, сверху фара, там снайпер ваншотает. Да, я не прав, конечно. И он еще двигается достаточно медленно, весьма... Весьма привлекательная цель для вдовы. Ульт для слабых. Да как? Для только себе, для себя любимого ультить? В той ситуации, когда двое на тебя бегут, это абсолютно эгоистично и глупо. Потому что ты потом его еще будешь копить 5 минут. И когда нужен будет прорыв, у тебя не будет нужного количества. Да ё-моё, как же она шмаляет-то! Вот это да. А я не заметил еще выстрел. Хотя я не видел его, на самом деле. Я еще тогда не повернул за угол. Да уж. Кидаю хилку на танка. Надо бы вместе собраться как-то. Вообще надо снайпера этого отстрелить, но... Кто его отстреливать-то будет? Там предлагают пацаны справа пойти. Ну, как предлагают. Они просто обходят. Ой, фара. Блин. Да, один я ничего не могу. Сейчас еще убьют Ханзо сверху. Он еще наверх пойдет и
У нас меньше минуты осталось, чтобы довести. Надо ульту уже юзать сейчас. Ой, успеть бы. Так, Ханзо ультует. Это вражеский ультимейт. Полминуты. Наши справа, блин, твою ж налево. Там вдова наверху. Я ультую, короче. И как раз под ульт фары. Но не спасает. Вообще не спасает. Фара жестче ульт. То есть я реально лечил, а она реально убила. И тут еще ульт бастиона. С ума сойти. Да, 3 секунды. Пытаются ворваться сейчас Фархим, но это все. Ладно, надо будет вернуться, будет еще к Зиньятам и поиграть. Какого героя сейчас выбрать? За кого поиграть? Лучший игрок матча. Ну что, последние ультаны? Хотя, посмотрим сейчас. Не, не последние. Ливень возмездия. О-о-о! Хорош! Если бы еще Некста убрала, было вообще классно. Жнец, жнец. Ханзо, ангел, гоурипером. Жнец. Ну давайте жнецом. Я, правда, очень плохо жнецом играю, но он, в принципе. Он, в принципе, достаточно понятен. Как герой. Что-то как-то их там мало для ульты. Хотя нет, нормально. Вообще даем! Уходи, уходи, уходи! Миша, Миша, молодец! Вообще дает! Вообще! Ну я в восторге просто! Минус 3, потом этого под ультой. Ух!